финский музей национальный. Там всякие монеты. Консулайс музей. Да, 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 там всякие монеты, всякие эти костюмы. Ну, короче, все была, связано с финами. Была. Ну, мне все, кто туда, на курсе. У меня даже фотография есть, там этот стоит деревянный туалет, и я типа на нем сижу. Да, там и лошадки какие-то. Ну, короче, да, там. Лошадка, помнишь, мне фото? Да, у курсов там эти самые всякие загадки разложены. То есть ты там это часть программы. Ты должен. Не было там, у нас загадок. Да, у нас было. Ты должен был. Тебе давали билет, и там надо было там в таком-то павильоне найти отгадку на такой-то вопрос. И ты вот бегаешь по этой карте, там все ищешь. Не было. Ну вот видишь, у вас были непродвинутые курсы. Ой, не ладно. А у тебя такие продвинутые были, что тебя потом выгнали с них. Ну меня выгнали. Не за это. Не за это, из-за того, что мне сказали, нос не дорос до курсов, не полагается тебе. Пшел вон. Ой, я не знаю, если Виталий хватит сил и терпения рассказать свою историю жизни здесь до нас. Это вообще, это кино и немцы, вот серьезно. Я бы, наверное, тоже точно все бросила, бы уже свалила давно. Нет, я бы, как говорится, птица сильная, гордая, но на голову больная. Это да. А вот этот самый. Да, были мы здесь. Сейчас будет лесенка туда, как раз наверх. Да, лесенка, дверы большие такие, дубовые какие-то. Вот эти два медведя, которые там один вернее сидит. А это Эдус-комната, или как он называет, по-фински. Парламент, в общем, финский. Парламент. В нем мы тоже были. Между этими двумя зданиями будет такая площадочка, и на ней летом всегда студентов куча. Просто куча. Вот тут вниз такая будет как бы площадка с травки. Да, и там прикольно. Там. Да, вот тут все, вон студенты там обычно сидят, все там толпой. Как-то здесь куда-то припарковаться. Первый раз вижу, чтобы она по-русски пели, да? Посмотри, как хорошо поет по-русски. Да, первый раз слышу, чтобы по-руски пели. Обычно всякие просто музыка, да? Или либо фильмы там что-то там поют. Прикольно. Молодец вообще, парень. Здесь постоянно что-то копают, и никак все не докопать. Здесь. Ой, смотри, барахолка. Да не барахолка. Нифига, куда народ идет? Точно концерт. Здесь обычно концерты всегда. Ну и барахолка. У тебя барахолка. Циркус Хельсинки, Сувелахти. Ну что, небоскребы воздвигают. Все вещее и вещее. Ну, что-то какие-то маленькие. Да, я помню еще так давным-давно, еще когда только в разработках все были, говорили, тут такие будут многоэтажки, прям вообще супер. Но насколько многоэтажка это будет, я не знаю, но я знаю, что тут будет огромный торговый центр новый строиться. Да? Да. Супер-пупер огромный торговый центр. У нас детишечки сейчас у бабушки. У них были каникулы. Всю неделю они там. Ну, со вторника, во вторник. Да, всю неделю они там у нас поотдыхали. Мы от них, они от нас. Сейчас мы поедем, немечи купим в магазине. По крайней мере, постараемся найти ее этот какой-то шарик лол или что он там. Она заказывала его на день рождения. У Эмилии скоро день рождения. Какого у нее? Послезавтра. 24 октября у нее, да? Да. И поедем к бабушке, заберем детишечек. Ну, Эмилии еще радости будет, потому что я обруч ей все-таки купила, съездила. Да. Спортивный обруч. Да, уже профессиональный такой. Эпопея была с этим обручем. Ой, настоящим. Это караул. Представляете, в Финляндии нету в продаже обручей. Мы пришли в призму, спросили, они сказали, а у нас их нету и не будет. Пошли потом в XXL спортивный магазин. То же самое. У нас нету таких вообще в продаже. Как так? Спортивный магазин и обруча нет. Не, ну в Токмо они были, 75 сантиметров. Я даже на рулетку смерила. Но они такие, обмотка такая фиговая. Она, знаешь, руки будет портить там. Дешевка. Дешевка. Мы заказали обмотку тоже. Вот она придет. Виталий сказал, спокуха, я обмотаю. Да. Не надо будет отдавать еще обматывать его, потому что какая-то техника специальная должна быть. Я спокойнее на колени намотаю так, что там любой профессионал обзавидуется. Ты в этой дуболе учился? Нет, в Анта. А, ты в Анта учился. В общем, друзья, вы просите Виталию рассказать, а вот, потому что он так не расскажет. Прям пишите. Очень интересная, поучительная история. Это... Я даже не знаю, такого не бывает, наверное, что было с тобой. Фильм. Да. Такое. Это вот кому такое. Вот так вот если рассказывать, скажет, то ты врешь. Такого быть просто не может. Может.
Да, наверное, у каждого такие истории есть. Ну, я не знаю, либо я... Ну, есть, у меня нету таких. У меня вообще по жизни столько историй. Вот, вот как иногда как рассказывают, да, можно. Я вот, ну, такого просто не бывает. Либо я в таких тепличных условиях просто выросла, что я не сталкивалась с такими большими проблемами в жизни. Низкая температура снаружи. А, это предупреждает нас, чтобы не замерзли. Гололед. У нас скоро Хэллоуин, да и у вас, наверное, тоже. Это себе? Какой лисичка? Зебра? Зебра. Лисичка. Страшная. Дракула. Э? Ага, прикольно. Ну, смотри, какой вообще штраф. Смотри, уже эти рождественские календари продают. Здорово. Такую ночью одел, и все. И все. И все. 29,90 лебут календарь. Ну, кстати, они еще, может... Ну, блин, фиг знает, мы каждый раз ждем со скидкой, да. А потом дожидаемся так, что их вообще больше не бывает. Они, ну, бывает только Play-Doh, который нафиг не нужен. Вот этот можно имидж потом взять. 19,90, в принципе, недорого. Да. Дети у нас очень любят такие, да, календарики. Вон. А это тоже календарь. А это тоже календарь. Пока видишь, выбор большой, потому что еще рано. Угу. Короче, в Финляндии закончик есть такой. Никогда не тяните до победного, потому что сметается вообще все. К Рождеству вообще потом ничего ни одного не календаря ни не будет. Не купите ничего, так что если есть желание, лучше покупать сразу. Вот они, шарики лол. 13 евро? Да, а в Ситимаркете еще дороже. В Ситимаркете почти 14. Ну давай, бери. Ну, отсюда у нас просто есть уже несколько штук. Мы хотим ей два больших и два маленьких. Нам, ну, вот у нее счастье-то будет. Ой, она давно их хочет. А вот про них она там и говорила, что ждала их очень-очень, что, да, их не было никак, да, продажи. Не было. А продажи? Что это вообще такое? Тут, короче... Короче, распакуйте, короче, покажите. Да. Долгая история. Это Эмилетка, знаю. Да. Все? Еще что-то надо было? Да нет, она ничего есть. Шлепкинсы у нее есть. Шлепкинсы. Теперь, знаешь, начинаются всякие вот эти вот... Шопкинсы, вот эти вот Хачималс. Хачималс коллекшн. Прежде 44,90. Нормально. Вот кто вот нормально человек будет вот такую хрень покупать? А что это? Я не знаю, что это и в яйцах. Короче, хрень. Пошли отсюда, пока не купили случайно. Вот, вот такие, зверята какие-то. Ужас. Нифига, это что, мини-ананасики? Мини-ананас. 6,75 килограммчик. Ну, вдруг тебе большой не съесть. Прикольно. Как пахнет, понюхай прям вообще. Угу. Спелый. Вот этих, да, всяких непонятных этих. Рамбутан. Кто это такие вообще волосатые какие-то чудо-юдо? Колючка получится. Ладно, пошли. Смотри, какой необычный сорт. Тыквы, да? Ну они же разные бывают. Ой, страшно-то. Как будто испортившая, да? На самом деле, наверное, это для Хэллоуина. Знаешь, ее не надо гримировать. Она вот так поставила, она и сама страшная по себе. Да. Осталось купить Нутелла. Короче, слегка опять мы прибарахлились. А где может Нутелла быть? В сладостях, наверное, где-то. Или голос стал пропадать. Кстати, да, заметили, у меня голос пропал. Не знаю, это с чем связано, с процедурой или просто сам по себе. Ну, по себе голос не пропадает. Ну, как-то странно, у меня... Окунь, я карась, пропадает голос. Кстати, друзья, если кто не пробовал вот эти конфеты еще, попробуйте. Они называются «Я и сухлад», ледяная шоколадка, так сказать. Мне про нее спросила одна из подписчиц наших про эти конфеты. Не видела ли я их в магазине? А я как раз перед этим их как мы раз в призме крутила. Рядом с Итакескусом. Да, их как раз крутила в руке, вот как раз в предыдущий день. Я говорю, точно они и были. Я сама их купила, и они действительно очень вкусные. Вроде шоколад шоколадом, но они как-то так тают прям во рту, видно, как лед. Завтраки, да, какие они любят? Как ты, подожди, сказала? Между нами тает лед? Нами. Ну-ка, поприседай. Я не умею. Так. Между нами тает лед. Так. Нашли мы. Это синий мини-минис. Не знаю. 2,89. Бери. Мы тогда брали маленькие пачки, поели. Им нравится? Очень нравится. Вкусно? Да. Ладно. Ну и, в принципе, и Несквики нравятся. Не Несквик, а вот... Ну да, Несквик. Короче, у нас уже все. Слышишь, складывать? Приехали опять за хлебушком, блин. Нафиг. Все. Ну что, мы забрали свою детвору?
Детвора. Каникулы закончились? Завтра в школу? Завтра в школу. А у нас пупу еще и зуб у нас потерял передний. Все, теперь змея. Завтра Эмилия день рождения. Да. Ждешь, Эмилия? Да. Да? Всем доброе утро, друзья. Я такая сонная еще. У нас сегодня вторник, 24 октября. У Эмички день рождения сегодня. Вот ее подарочки. Ура! Торт наш застыл. Я хочу еще потом шоколадным таким кремом написать Эмилия 7 лет. Ну, печки поставить. Может, не поставить, но так. Так сказать. Да. Вот ее подарочки, которые она очень ждала. Она попросила один такой, но мы взяли ей два маленьких и два больших. Они разные. Ну, счастье будет. Да, прыгать. Сейчас будет прыгать. И папе пришло. Предлагают. Сандра уже разрисовал? Да, Сандра такой, ну, не надо и не надо. Новая машина. Новый Nissan Qashqai пришел. Мне, типа, предложение. Типа, да, отдай свой. Именную. Да. Но мое имя прошло, что мою машину они купят за 13 100 и новую дадут под 0,5% всего, под за 230 евро в месяц. А новая стоит 26 690. Да, если автомат хотите, то еще плюс будет 1850. У нас за нее не выплачено все. И если мы сейчас еще с этой суммы, то знаешь, это кабалу, это тянуть хватит, я не хочу. С днем рождения, Пупу! Ты рада? Да. У нас еще для нее есть второй сюрприз, она тоже об этом знает, но мы потом покажем, да? Не шарики лоб? Не шарики лоб. А что? Ну потом. Дай, не... Скажи мне ножками. Возьмет с собой школу дракончиков, угостит. Это клубничные? Там клубничные и вишневые. И возьмет еще мессика в шоколадке. Эти конфетки тоже каждый. Я не знаю, можно ли в классе или нет, потому что в садике нельзя было в эскаре. Вчера было. А вот это мы возьмем сегодня с собой на тренировку, угостим девчонок. Я сначала думала вафли испечь, но мы вчера делали торт, мне уже там не до вафель было. Так что пойдет сегодня угощать всех. Так, а я вам завтрак еще не сделала. Наш торт готов. Свечи мы зажгли. Не надо света. Эмилия сейчас загадает желание и задует. Я волнуюсь. Сандра очень волнуется по этому поводу. Загадала? Ты много-то не загадываешь? Я только три. Разошлась, хватит, все. Теперь... Ура! 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 Ну что, друзья, сейчас мы разрежем торт. А свечи надо убрать. Положим наши именинничке. Наши именинницы положим. Хорошо, что не потекло, да? Я вообще... Не потечет, мы же его убрали в холодильник. Я волнуюсь. А да, реально сбудется? Мама, мне именно шоколадом. Папа, ты обещал нам что-то сказать? Да. Да. На мое день рождения. Давай говори. Да? Да. Папа купил вам билеты в аквапарк. Какой? Наш Юмба, Фламинго. Посмотрим, как у нас со временем. Смотри, как хорошо пропитался. Давайте завтра. Смотри, какой. Давайте прям такой. У меня слюни потекли. Будем ужинать тарком. Давайте сегодня. А сзади цифра... Только задом наперед почему-то она стоит у вас. Так, так модно сейчас. Вот так она вообще-то должна быть. А можно завтра пойти в тот аквапарк? Да, держи. Я обожаю играть. У нас сегодня Эмилечка как раз была на тренировке, угощала там подружек своих всех шоколадными медальками, да? Мы сейчас вам покажем, как она была... У нее был открытый урок, я ходила ее немножко снимать. Покажем оттуда кадры небольшие. Да? Да. И попрощаемся с нашими друзьями. Да.
друзья, мы будем кушать свой тортик. Всем до встречи, всем хорошего настроения. Всем приятного аппетита, если вы кушаете. Пока-пока.